Еще раз всем добрый вечер, всем абсолютно, кто зашел. Итак, в первом туре у меня встретился вот такой вариант защиты каракан. Система двух коней. Давайте-ка я за черных. Раз я играл черными, сразу покажу, что у меня тут было черным. Ну, я потом посмотрю обязательно. Так, Алексей Мухин пишет, что Олег Соломаха в прямом эфире рекламирует мой канал и что-то хочет со мной комментировать. Значит, у меня просьба, давайте теперь по партиям будем задавать вопросы, отвлекаться я не хочу. Почему? Потому что я хочу прокомментировать эти партии в прямом эфире и сделать нарезочку потом. Чтобы было удобно кому-то, чтобы не нужно было искать во всем стриме там, или отмечать себе, на какой минуте нужный вариант встретился. А я просто сам нарежу вот этими блоками, 4 блока, 3 по 2 партии, 1 блок 3 партии, с дебютными вариантами. И будет очень легко все найти. Итак, еще раз, в первом туре со мной встретился вариант под названием «Система двух коней». Здесь, конечно, основным ходом является слон g4. Есть неплохой ход DE, и потом конь f6, и затем EF. При коне на f3 многие считают, что можно и gf бить, что вполне нормальная игра. Я сыграл конь f6, так тоже играть можно, и я так играл. После e5, конь e4, белые делают ход конь e2, конь бьет e4, тоже у меня в нескольких партиях встречалось. Ход очень интересный, связан с жертвой пешки. На ЕД можно и слоном, и ферзем брать. У белых компенсация в виде преимущества в развитии. Но конь Е2 считается ходом основным. И после ферзь Б6, Д4, здесь снова несколько продолжений у черных. Я пока еще не слишком серьезно изучил ход слон Ф5. Так играл гроссмейстер Николай Кабанов против Семена Двориса. Основным ходом является ответ Е6. Е6. И после конь g3 удар по центру. Черные перевели игру во французскую защиту мощным конем на Е4. Казалось бы, что очень здорово все. Но после слон d3, конь бьет g3, я столкнулся с новым ходом, с новым для меня ходом. Все били hg. После hg у черных полнейший порядок. cd, грозим дать шаг на b4, пешку e5 готовы защитить, пешку d4 готовы защитить путем конь c6, на конь бьет d4 тоже конь c6, пойдем, то есть у черных здесь полный порядок, мощный центр. Но последовал незнакомый мне ход fg. И я впал в гроги. Значит, если теперь... То есть я в шок впал. Ну, я не знал этого хода, я понимаю его идею. Белые хотят по линии F продавить пешку F7. Но это не выглядит опасным. Поэтому во время стрима мне даже смешно немножко было, что как, что за ход. А вот после домашней работы обнаружилось следующее. Что не исключено, что вот играть c4 мне не хочется. Была партия в Бурке Дмитрий Гуревич в Сан-Луисе в 17 году. Но у белых пешка d4 надежно укреплена. Рокировать опасно. Поле e5 белые под свой контроль получают. Сейчас слон хочет выйти на f4. Черным удалось спастись, но видно, что... Спасаться должны были черные. Я сделал самый логичный ход cd. Теперь выясняется, что есть угроза конь g5, но защищаться от нее нельзя. На h6 последует конь h4. И после ферзь h5 Никита Петров обыграл менее известного шахматиста в одни ворота. То есть черный король остался под прицелом всех белых фигур, никуда сбежать не может. Белые запинывают черных с двух сторон. И на королевском, и на ферзевом фланге. П4,
Потихоньку у черных заканчиваются ходы. Партия закончилась очень быстро, черные остались без фигуры. Поэтому после CD рокировка я сделал правильный выбор, конь C6, A3. Ну, развиваться надо, слон E7. И после продолжительного изучения дома, я понял, что эта позиция у черных просто тяжелейшая. Белые сыграли B4, это не совсем правильный ход, хотя точно так же через некоторое время, то есть через несколько туров против меня сыграет гроссмейстер из Аргентины. Он мне даст фору примерно в 1.5 минуты. И добьется ничьей, несмотря на эту фору. Потому что позиция на самом деле у черных очень опасная. А вот вместо B4 ход G4 ставил колоссальные проблемы. Идея в том, что на рокировку перс идет на E1. Нет никаких ходов типа F6. Из-за EF и потом G5, и ферзь выпрыгивает на H4. Если ферзь C7, вот как я собирался играть, то даже не ферзь E1, а B4, вот только здесь. И теперь после H6, ферзь E1, H6, черные вроде бы пока что держатся, но ни на что напасть они не могут, рокировать опасно как в ту, так и в другую сторону. А оставить короля в центре, это, ну, рано или поздно на него по линии F белые нападут. Очень опасная позиция. А конь бьет E5 просто проигрывает. Взяли и поймали ферзя. Оба моих противника играли B4. И после A6 противник из первого тура сыграл слон F4. И здесь вместо F5 я был обязан, вместо рокировки я был обязан сразу играть F5. Рейтинг моего противника на чесскоме, вот спрашивали, какой, я говорю, что в первом туре 2.256, а в следующем партии, где встретился этот же вариант, 2.879. Значит, ферзь Е2. Значит, надо было играть F5 с примерным вот таким вариантом. Побежать королем, пожертвовать качество. Есть компенсация в виде двух пешек. Возможно, она недостаточная, потому что пешки сдвоенные. Потому что король тоже может оказаться в опасности. С другой стороны, если этот слон выйдет за пешечную цепь, у черных совершенно точно будет полнейший порядок. Вот. После рокировки ход конь G5. Убивал черных сразу. Дело в том, что ходить G6 нельзя, из-за конь бьет H7. И теперь на король бьет H7. Черных просто выносят. Угрожает ферзь G6, на слон E8, ферзь G4 шах. Ну и приходится отдавать качество. А атака белых, она не прекращается. Поэтому на конь G5 вроде бы надо играть слон бьет G5. Ну и в этом случае не видно защиты от ферзь H5 с атакой по черным полям. На H6 будет слон бьет H6. На G6 ферзь H6 и слон F6. Попытка решить проблемы разменами приводит к тому, что да, размены есть. И если сейчас белые съедят на D4, у черных появляются шансы спастись. Несмотря на отсутствие пешки. Ну, сразу убивает слон бьет H7. И ладья идет на Е5 с легкой победой. Мой противник сыграл G4, и я был обязан здесь пойти ферзь D8. Хотя после H4 тоже у белых очень мощная инициатива. Конь идет на F6, это не компьютерный вариант. Stockfish считает другие варианты более убедительными. Этот вариант я ввел руками, и Stockfish соглашается, что черным очень тяжело защищаться от набега на королевском фланге. Я сыграл F6, ну и вот здесь мой противник ошибся. Он должен был взять EF. И здесь черные просто вынуждены отдавать качество, иначе они не выживают. Ну, за качество некоторая компенсация есть после ферзь C7. То
То есть держаться можно, черные не проигрывают. Ход g4 был серьезной неточностью. Вот. А вот gf играть нельзя, потому что последует g5, и белые отыграли пешку, а черный король совсем раскрытый остался. Ну и сдвоенные пешки d5, d4 не являются тоже украшением позиции черных, потому что поля e3 и e4 черные использовать не могут своими фигурами. Последовало g5, и после f5 я был уже достаточно точен. Белые еще закинули одну пешку. На c3 сильный ход конь a7. И после размена белопольных слонов черным вообще не о чем беспокоиться, у них не остается плохих фигур. После g6 hg белые, может быть, где-то имели какие-то шансы, но, ну вот, допустим, здесь стоило пойти слон g5, попытаться на поле g5 своего коня потом поставить, а после конь h4, в общем-то, может быть, в какие-то моменты я мог сыграть и поточнее, но в целом мне реализация нравится, все лишнее разменяли. Ну вот здесь разве что можно было не ладьей взять на d8, а ферзем, съесть на h4, и все закончилось. В общем-то, с этой партией все понятно, в ролике, который будет нарезан, она обязательно будет в формате ЦБВ прикреплена. Другой шахматист сыграл ферзь e2. Но тоже, видите, неудачно пошел b4 и затем сыграл ферзь e2. Елки-палки. А вот эту партию я прокомментировать просто не успел. То есть я сегодня потратил достаточно много времени на то, чтобы все прокомментировать. И эту партию я буду должен. То есть после рокировки слон g5 и f6 у черных однозначно отличная позиция. Ну и самое простое здесь было, я подозреваю, сыграть f5. Потом слон d7 и решить проблему белопольного слона. То есть у белых уже не будет никаких этих опасных атак. Слон выйдет на b5 и все будет хорошо у черных. Блок с вариантом системы двух коней, встретившийся в титульном вторнике, закончен. Сейчас перейдем к следующему блоку и пока почитаю вопросы. Так, вопросы. Всем еще раз привет, кто подошел. Да, ну, также сказано, что есть ход вместо конь g3, конь fg1. Действительно есть. В самом первом титульном вторнике со мной так и играли. И там я выиграл достаточно убедительно, тоже у шахматиста с рейтингом в районе 2800 ческомовским. Ход конь g3 просто намного сильнее. Так. Алексей Мухин, хотелось бы посмотреть в дальнейшем, в чем фишка за белых в варианте Звягинцева-Придорожного. Но это все просто, белые хотят свести все вот к атаке Кереса, провести g4 и g5. Посмотрите партии Звягинцева и Придорожного, и вы поймете. Все достаточно естественно, все просто. Так, сейчас мы перейдем к следующему блоку. Это я сохраню. Как черным лучше реагировать на идею FG, я не нашел, понимаете? Вот в чем фишка, Дмитрий Серяков. Мое мнение, нельзя идти на этот вариант. После FG у черных крайне неприятная позиция.